В День защиты детей Ставрополь по традиции превращается в планету детства. В этом году праздник охватил больше 10 тысяч юных ставропольчан. Это стало возможным благодаря поддержке администрации краевой столицы и районов города. Праздник охватил весь Ставрополь. Буквально в каждом районе прошли десятки мероприятий, а одной из центральных точек стала площадь перед Дворцом детского творчества. Сегодня мы здесь устроили замечательный праздник для ребят. Дали старт летней кампании, открыть лагерного сезона, и я думаю, что все положительные эмоции, которые мы хотели зарядить наших детей, мы их зарядили. Перед дворцом развернулись сразу 15 интерактивных площадок. Здесь и баттл молодых рок-музыкантов, и танцевальный флешмоб, спортивные эстафеты, интеллектуальные игры, показательные выступления актеров театра «Слово» и кукольного театра «Солнышко». Мы сегодня поем и танцуем с 8:30. Масса площадок, игровые, танцевальные, мастер-классы. Я думаю, что каждый ребенок себе по душе нашел сегодня занятие. К нам сегодня пригласили детей из всех наших городских лагерей. Пришли городские жители со своими детьми. Я думаю, что с утра гремит весь центр. Утром детям раздавали мороженое. Мы вместе все станцевали веселый флешмоб. То есть праздник, он есть, он существует. И мы, конечно же, всегда рады всем нашим детям его дарить. Также ряд мероприятий прошли в Центральном парке и на Комсомольском пруду. А завершился большой праздник музыкальным вечером на Александровской площади, где прошла трансляция концерта классической музыки с участием звезд мировой оперы, который прошел на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Алексей Кравченко, Никита Чуб, Тамара Годомская, АТВ Ставрополь.